Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Говорят, когда любишь искусство, никакие жертвы не остановят. Вероятно, это утверждение может показаться кому-то из вас абсурдным и жестоким. Разве способен здравомыслящий человек отказаться от всех благ, от личной жизни ради призрачной химеры? Смею вас заверить, способен. И действительно химера. Посмотрите, ведь всего лишь светотеневой рисунок на стене. А то, что мы видим движение этих теней, просто фокус. Оптический обман зрения, волшебный обман. А знаете, на заре киноцивилизации жил один добрый волшебник немого кино. И в силу своей волшебности он ради кино мог отказаться от всех благ, даже от самого себя. Хотя, по справедливости, история кино знает много подобных случаев. Но тот волшебник был первый, и звали его Жорж Мельес. Жизнь режиссера-фокусника Жоржа Мельеса совсем не походила на сказку со счастливым концом. Патриарх кинематографа завершил свой творческий путь на вокзале Монпарнас, где он торговал сластями и прочей ерундой. Там его отыскали дотошные журналисты, получившие задание хоть из-под земли достать создателя игрового кино, каковым и являлся Жорж Мельес. Спускаться под землю репортерам не пришлось. Суровая правда жизни лежала на поверхности. Оставалось только пустить в ход разные уловки и вызвать месье Мельеса на откровенность. Месье Мельес, а вот расскажите, а как вы пришли в кинематограф? Месье Мельес, расскажите, с чего вы начали? И действительно, почему бы в конце концов не рассказать? Мария Жорж Жан Мельес родился 8 декабря 1861 года в Париже в семье обувного фабриканта. Сын достойных парижских буржуа, рос не в самое спокойное для Франции время. Люди ложились спать в королевстве, просыпались в империи, а завтракали уже в республике. Улицы Парижа то и дело перегораживались баррикадами. В городе орудовали банды грабителей, на взгляд неотличимых от революционеров. Ввиду вышесказанного, мадам и месье Мельес опасались выпускать маленького Жоржа из дома. Мало ли в какую передрягу тот попадет на улице. Пусть уж лучше сидит в четырех стенах и рисует, тем более, что ему это по нраву. Жорж и вправду очень любил рисовать. Рисуя, он видел, как вымысел приобретает форму, которую художник вправе менять по своему усмотрению. И всего-то ловкость рук, и все. Он даже начал задумываться о поступлении в Академию художеств. Однако, если Академия художеств – это была маленькая проблема для родителей Мельеса, то его увлечение фокусами повергло их в ужас. Ладно бы мальчик просто привлекал своими трюками внимание хороших девочек. Но он вознамерился стать профессиональным фокусником. Мадам Мельес сгорала со стыда, а ее муж просто негодовал. За окном же наступила весна республики. Всюду раздавались лозунги «Долой самоуправство и террор! Да здравствует свобода!» Поэтому молодой Жорж Мельес решил твердо заявить свое право на самоопределение. Настал момент исполнить свой первый фокус, в буквальном смысле смертельный номер – пойти наперекор родительской воле с риском потерять наследство. Поскольку Мельес был еще неопытным магом, такого уровня фокуса ему оказался не под силу. Оставалось уповать на чудо и идти служить в пехотные войска. Наконец, воздав родине должное, капрал Мельес набрался мужества и для начала отправился в Академию художеств, куда его без промедления и зачислили. Однако родители опять не одобрили этот поступок, и чтобы не лишиться финансовой поддержки, Жорж вынужден был пойти работать на обувную фабрику отца. Там Мельес волей-неволей постиг азы механики, которые впоследствии очень пригодились ему и как фокуснику, и как кинематографисту. Надо заметить, все-таки верно говорят, что молодежь не знает истинной цены знаниям. Да. В
20 лет от роду с лозунгом «Назад к искусству» Жорж Мельес, презрев родительские угрозы, все-таки уехал в Лондон. Жить ему было абсолютно не на что. Чтобы хоть как-то держаться на плаву, Мельес пошел работать в крупную торговую лавку. Бедняга Мельес ночевал прямо на рабочем месте, буквально не отрываясь от дел. Несмотря на вечную занятость и недостаток денег, Жоржу иногда выпадала счастливая минутка, так сказать, для туристического осмотра лондонских достопримечательностей. Да, недаром Англия считалась центром технической революции. Англичане первенствовали во всем, что касалось механических новинок. Обшарив Лондон вдоль и поперек, переняв опыт у местных знаменитых фокусников, Мельес вскоре посчитал свою миссию выполненной. Что называется, пора и честь знать. Покинув страну доктора Джекила и мистера Хайда, Мельес вновь вернулся на родину Золушки и кота в сапогах. Во Франции его новообретенным умением быстро нашлось применение. Во-первых, он стал часто выступать на публике со своими фантастическими иллюзиями. Во-вторых, под псевдонимом «Улыбчивый Жорж» Мельес начал публиковать свои иллюстрации к сатирическому журналу «Коготь». Тем временем отец Мельеса окончательно отошел от дел, что явилось своеобразным предлогом для его примирения с непослушным сыном. В результате Жорж Мельес и его брат Гастон вместе унаследовали пресловутую обувную фабрику. Наконец-то Мельес смог забыть о финансовых проблемах и посвятить себя фокусам, иллюзиям и магическим превращениям. Но, правда, вместе с тем на нем лежала ответственность и за фабрику. В глаза бы он ее не видел. 1888 год стал для Жоржа Мельеса поворотным. Некий Эмиль Уден выставил на торги убыточный театр магии и волшебства, основанный в Париже еще его отцом Робером Уденом. Узнав об этом, Мельес вздрогнул. Театр, с которым его связывали нежные детские воспоминания и юношеские грезы, продается. И ведь нет никакой уверенности в том, что его новый владелец не откроет на месте храма иллюзионистов, торговый дом или ресторан. Ужас. Мельес в отчаянии бросился спасать свою мечту. Ни минуты не колеблясь, он продал Гастону свою долю фабрики отца и взамен приобрел театр Робера Удена. Вот он, некогда сверкавший огнями и до отказа заполненный публикой, ныне же унылый и пустой. Но ничего, пройдет время, и снова зажжется свет, и публика заполнит зал. Так он и подумал. В декабре 1895 года, накануне своего 34-го дня рождения, Мельес заглянул в Гранд-кафе, что на бульваре Капуцинов, там, за углом. Заглянул далеко не из праздного интереса. Здесь уже в течение нескольких месяцев братья Люмьер демонстрировали чудеса синематографа. Мельес был знаком с отцом Луи Люмьера Антуаном, от которого и получил приглашение на сеанс кинематографа. Антуан Люмьер сказал Мельесу: «Приходите в Гранд-кафе в 9 часов. Вы, который поражаете всех своими трюками, увидите нечто такое, что поразит и вас самого». Воистину пророческие слова. Сперва Мельес воспринял синематограф как затейливый трюк, способный привлечь в его театр все новых и новых зрителей. Но очень скоро Жорж Мельес всерьез и по-настоящему заболел синематографом. Потеряв от восторга голову, он принялся уговаривать братьев Люмьер продать ему диковинную аппаратуру аж за 10 тысяч франков. У Люмьера сначала загорелись глаза, но настойчивый Мельес был другом семьи, да и Люмьер совсем не питал к Мельесу вражеских чувств. Поэтому как можно продать другу? «Скажите спасибо, что мое изобретение не продается, иначе я бы вас разорил», ответил Луи Люмьер и закрыл дискуссию. Неудача не отпугнула и не насторожила Мельеса. Не удалось договориться с Люмьерами, значит, надо найти других обладателей аналогичного товара.
Как-никак Жорж Мельес был волшебником, а кинокамера всего лишь вещью. На худой конец можно и к колдовству прибегнуть. С магией или без магии, в 1896 году Мельес все-таки раздобыл желанный аппарат и сразу пустил его в дело. Как? Мельес снимал короткие фильмы, или скорее даже эпизоды с нехитрым сюжетом, и затем включал их в программы своего иллюзионного театра. В 1896 году, во время съемок фильма «Площадь оперы», им было совершено очень важное открытие. Когда Жорж Мельес снимал проезжающий мимо омнибус, пленку в камере неожиданно заело. Пока Мельес устранял неисправность, омнибус уехал, и его место занял катафалк. Мельес не заметил изменений и, наладив машину, как ни в чем не бывало, продолжил съемку. Дома, отпечатав свою ленту и просматривая ее на экране, он в изумлении увидел. Он снял чудо, о котором мечтали остальные маги с утра до вечера. Омнибус на экране моментально превращается в похоронные дроги. Таким образом, был открыт первый кинематографический фокус. Останавливая съемку, заменяя объект и продолжая съемку вновь, можно получить иллюзию внезапного исчезновения и появления предметов. Вот так вот. То, что в «Площади оперы» было случайным эффектом, в фильме «Исчезновение дамы» в театре Робер Уден использовалось уже вполне сознательно. Трюк с остановкой пленки Мельес применил и в эпизоде, когда жест иллюзиониста вызывал трансформацию женщины в скелет. Новые опыты дали Мельесу еще более поразительные результаты. Он открыл так называемые кадансы, то есть трюковые возможности киноаппарата. Сюда относились прежде всего замедленная и убыстренная съемка. Чуть позже Мельес наткнулся и на эффект двойной экспозиции. Это такой эффект, который позволяет соединить в одном кадре два или несколько изображений. Да, это все было открыто именно Мельесом. Он был счастлив. А счастливые, как вы знаете, часов не наблюдают. Работа кипела и днем, и ночью, и в недрах театра иллюзий ковалось будущее кинематографа. Мельес соединял найденные им технические приемы с цирковыми, эстрадными и балаганными трюками. Получившиеся миниатюры он пышно именовал феериями. И они целиком и полностью оправдывали свое название. Куры на экране превращались в полуголых танцовщиц, внезапно появлялись и взлетали в воздух черти, люди раздваивались, вытягивались и сжимались, дрались сами собой. Но вся эта пестрая белиберда нуждалась в уходе, ибо сильно походила на запущенный сад, которого не касались ножницы хорошего садовника. И тут Мельеса осенило. Зачем снимать веселую бессмыслицу, когда есть прекрасные сюжеты? Они сами так и просятся на экран. Очаровательные сказки. Золушка, Красная Шапочка, Синяя Борода. Хотя, пожалуй, последняя сказочка выбивается из общего ряда. Но, тем не менее, все это как нельзя лучше подходило в качестве сценариев для его, так сказать, феерических находок. Ну, а почему нет, собственно? Кстати, все цветные кадры феерии Мельеса раскрашивались им самим вручную. Представьте себе, красками прямо по целлулоиду. Мельес, кстати, питал нежную страсть к кошмарным историям. Он считал себя магом, а маг так или иначе связан с темными силами. Кроме того, магу, словно ребенку, неведомо чувство страха перед смертью. Поэтому он смело режет, пилит, кромсает, будучи уверенным, что смерть тоже фокус. Еще в июне 1892 года Мельес поставил в своем театре спектакль «Шарлатан конца века», где рассказывалось об одном британском джентльмене, который приехал на лечение в санаторий и принял некую динамитную таблетку, от которой впоследствии и взорвался. Спустя 10 лет Жорж Мельес снял не менее взрывоопасный фильм «Человек с резиновой головой», где он надувал собственную голову до аномальных размеров, пока голова не лопнула.
Совершенное ребячество. Но публике нравилось. Зрители конца 19 века, как и их потомки в 21-м, ходили в кино исключительно за спецэффектами. И поскольку Жорж Мельес оставался основным производителем зрелищ в духе паноптикума, они обожали Мельеса. Но до поры до времени. Публика ждала от него исключительно демонстрации занимательных диковинок. И Мельес охотно шел у зрителей на поводу. В большинстве его феерий уродцы и монстры – главные действующие лица. Но вместе с тем Мельес был не так прост, как это могло показаться. Иногда он снимал картины с претензией на глубокомысленность, где сам играл центральные роли. Ему нравилось появляться на экране то в образе доктора Фауста, то Мефистофеля, то какого-нибудь могущественного чародея. Для создания таких сложных в исполнении фильмов Мельесу было уже недостаточно камеры и запаса пленки. Он специально строит киноателье и оснащает его самой современной по тем временам иллюзионистской техникой. А в 1902 году Мельес снял замечательный во всех отношениях фильм под названием «Путешествие на Луну». Путешествие на Луну делалось, так сказать, на злобу дня. Мельес подтрунивал над повальным увлечением парижан научной фантастикой. Например, он открыто пародировал такие популярные в начале века романы, как «Из пушки на Луну» Жюля Верна или «Первые люди на Луне» Герберта Уэллса. Как подавляющее большинство волшебников, Жорж Мельес в сущности недолюбливал науку. В своей студии Мельес работал сценаристом, декоратором, режиссером, оператором, актером и киномехаником. Кроме того, он же занимался и реализацией готовых фильмов. С одной стороны, это было удобно и экономно. С другой, среди многочисленных дарований Мельеса, умение вести бухгалтерию, к сожалению, занимало отнюдь не ведущую позицию. По логике вещей, тот же фильм «Путешествие на Луну» должен был принести Мельесу огромный доход. Однако в силу ряда обстоятельств этого не произошло. Во-первых, Мельес недооценивал свою продукцию. А во-вторых, понятие об авторских правах в кинематографе было еще пустым звуком. И уже тогда прапрадеды видеопиратов 21 века без помех паразитировали на творчестве Мельеса. К концу 900-х годов кинематографист-самоучка Жорж Мельес начал испытывать жестокий нажим со стороны наращивающей обороты киномонополии Патэ и ее американских аналогов. В 1908 году Мельес предпринял отчаянный рывок, резко увеличив производство фильмов. Упорная битва за выживание на кинорынке шла 4 года. Мельес воссоздавал на экране и землетрясения, и извержения вулканов, и прочие природные катаклизмы, о которых он узнавал из газет. Особняком в данном случае стоит картина 1912 года «На завоевание полюса».
Мельес в очередной раз заставил науку расписаться в своем бессилии перед могуществом природы. Волшебник-одиночка печально любовался игрушечным миром, который вот-вот должен был пойти на слом. Зрители к тому времени немного повзрослели и, к сожалению, больше не желали играть в куклы. Магия Мельеса утратила для них былую привлекательность. Жорж Мельес сдался и тогда же, в 12-м году, поступил на службу к Патте. Вот так. Но это еще не все. Некий режиссер Фердинанд Зека, любимчик Шарля Патте, вполне оправданно начал бояться конкуренции со стороны Мельеса. Заплелись интриги, в результате которых у Мельеса отняли один из снятых им киноматериалов. Еще до конца 1912 года Мельеса вышвырнули из кинематографа вообще, из предприятия Патте в частности. Вы спросите, а как же счастливый финал, хэппи-энд? Неужели Мельес так никогда и не услышал радостного звучания фанфар у себя под ухом? Вынужден вас разочаровать. Фанфар так и не было. Но что-то было вместо них. Некая награда нашла героя десятилетия спустя. Речь идет о так называемой награде, выданной Мельесу в 1933 году Синдикальной палатой французского кино. То был фарс общекультурного значения, в котором Мельесу досталась роль свадебного генерала. И как только он ее отыграл, его под несмолкающий гром аплодисментов поместили в сомнительную богадельню. А за 20 лет до этого изумительного момента, в 1913 году, никому уже, собственно говоря, и не было интересно, что разоренный и обобранный до нитки маг неприкаянный тенью бродил по оживленным проспектам и тихим переулкам. Он едва не плакал при виде кинотеатров и рекламных афиш, зазывавших публику смотреть на новейшие высокотехнологичные фокусы, придуманные уже на голливудской фабрике грез. Пожалуй, и все, что мог поведать Жорж Мельес журналистам, навестившим его на железнодорожном вокзале Монпарнас, где, как вы уже знаете, он торговал сластями и прочей ерундой. Публикация, кстати, готовилась праздничная, и никому не было интересно услышать рассказ о скитаниях Мельеса после ухода из кино. Кому это вообще может быть интересно? Не так ли, уважаемые дамы и господа? Гораздо интереснее созданный волшебником магический мир, без которого не мыслят своего существования тысячи людей. Мельес сделал свое дело, Мельес может и уйти. Его шоу продолжается, а лучшей награды для иллюзиониста и быть не может. Like we used to do, making believe is just another way of dreaming. So till my dreams come true, I'll whisper goodnight, turn out the light and kiss my pillow.
making believe it's you.